первая общая черта – это достижение общей цели, что в спорте, что в бизнесе. Поэтому мы ехали сюда за победой, и в нашем бизнесе мы точно так же стремимся всегда к победе среди конкурентов и показать свои лучшие качества. У нас есть секция волейбола, у нас есть настольный теннис, мы ездим на все различные тимбилдинги сезонно. Это очень популяризовано в нашей компании, и награды довольно-таки всегда хорошие, поэтому народ тянется и стремится к каким-то результатам. Самое запоминающееся было первое, потому что ты с такого спокойного состояния сразу включаешься в игру. Это были лампочки, на скорость нужно было нажимать, и дыхалки уже не хватает, сил не хватает, но это не страшит, и ты бьешься и бьешься.